привет! Меня зовут Саша, и я фронтенд-разработчик в проекте Почта Mail.ru. Когда меня просят рассказать какую-нибудь историю жизни технопарка, первое, что приходит мне в голову, это огромное количество домашек и бессонные ночи. А в технопарке я не ожидал такой жести. Я не ожидал, что придется сидеть там до 12 ночи, не ожидал, что придется спать по 6 часов в сутки, и что будет так сложно. Именно от выбора команды зависит успешность обучения. Потому что были нередкие случаи, когда достаточно умные ребята попадали в команду, где остальные просто несерьезно относились к обучению. И поэтому эти ребята, к сожалению, не дошли до конца. После нескольких месяцев разработки командной, постоянных ссор, споров, бессонных этих ночей с пиццей, ты приходишь на защиту проекта с презентацией и защищаешь его. И это просто бесподобно. Технопарк, пожалуй, тот случай, когда реальность оказалась выше моих ожиданий. Почти все технологии, которые используются в Mail.ru, нам рассказывали в технопарке. Это одно из больших преимуществ технопарка. На мой взгляд, технопарк похож на тигра. Он, с одной стороны, сильный и красивый, с другой стороны, если ты упадешь, то он тебя догонит и съест. Либо убежит так далеко от тебя, что ты его уже не догонишь. Если бы у меня была возможность пройти какой-нибудь курс технопарка снова, то я бы поступил очень жадно и выбрал бы их все. Потому что технопарк — это очень круто, и каждый раз хочется больше, еще и снова. Попасть в такую большую IT-компанию, как Mail, мне помог именно технопарк. Там нас научили различным веб-технологиям и различным языкам программирования. В технопарк я поступил случайно, меня просто позвали за компанию пройти тест. И оказалось, что я поступил, мне и сейчас я ни о чем не жалею. Ожидания от технопарка у меня были самые наилучшие. Я ожидал, что мне дадут кучу нового интересного материала, который тут же придется использовать. И на самом деле это так произошло. В компании работают большие специалисты, поэтому они делятся самыми новейшими знаниями, и это действительно помогает. Меня зовут Котягов Дмитрий. Когда-то я учился в технопарке, сейчас я в нем преподаю. Я попал в Mail.ru стажером. Сейчас я руковожу большим отделом, руковожу питон-разработкой в Таргете. Технопарк — это круто, все в него поступайте. Я запомнился курс Щербинина по базам данных. Павел всегда был очень жестким преподавателем, и критерии оценки у него были максимально высокие. И вот его курс мне показался одним из самых сложных и вот одним из самых полезных. Любимым преподавателем был Быков, который вел Хайлоуд. Это был супер хардкор, он разговаривал со скоростью 200 слов в минуту, и это было классно. В технопарке все классные преподы. Я желаю им того же драйва, не терять его, а скорее увеличивать, с которым они ведут занятия. Студентам технопарка я хотел бы пожелать больше давать обратной связи. Тот технопарк, который мы сейчас видим, это результат не только работы руководителя, но и самих студентов. Желаю вам не забивать на учебу. Учитесь усердно, у вас впереди огромные перспективы. Если этим воспользоваться, то сможете многого добиться. У нас многие стажеры в компании – это бывшие выпускники технопарка, и они уже имеют своих стажеров. Я желаю студентам не бояться экспериментировать и пробовать что-то новое, познавать новые технологии, не делать какого-то жесткого ограничения, как это часто бывает, что вот я бэкэндер, я фронтендер. Пока вы студенты, пробовать себя везде, искать себя. Технопарк создает потрясающую атмосферу. Мы до сих пор общаемся с ребятами-выпускниками. Мы работаем вместе и пилим замечательные продукты для Mail.ru-шечки. Я поздравляю технопарк с пятилетием, поздравляю всех коллег, преподавателей, студентов. Поступайте в технопарк, это замечательный проект, и в нем классно учиться.